И мы вновь возвращаемся в мир Darksiders, мои дорогие друзья и подписчики. Что же я вам хочу рассказать, это то, что это будет последняя голова, которую нам нужно активировать. Честно, я уже не помню, куда мне бегать, потому что проходил последний раз чуть мало давно, но это не важно, ладно, сейчас разберемся. А насколько я помню, я не был всего в одном месте, и здесь есть сундучок, который мы еще пока что не получили. Такие вот дела. Так. Ну, сюда нам, насколько я помню, не надо. А вот сюдой вполне себе хватит. Кстати, интересно, а мы сможем вот здесь запрыгнуть? Нет? Ну и ладно. Не особо-то и хотелось, на самом деле. Бамс. Попрыгун. Попрыгун, попрыгун. Бам. И бам. Долетели, отлично. Вот смотрите, ну вот здесь мы не были, но мне кажется, что сюда это путь к какому-то боссу или еще что-то в этом духе. Сложно сказать, если честно. Так, секундочку, у меня что-то наушник барахлит малость. Так, давайте заберемся наверх. Я надеюсь, все будет хорошо. У нас, насколько мне не изменяет память, есть ключик, который позволит нам сделать что-то хорошее. Так, а что вот тут у нас, кстати говоря? В любом случае что-то странное. Давайте-ка проверим. А, тут скорее... Блин, меня прям пинает. Во. Вон оно и чё. Так, но здесь можно и промахнуться случайно, поэтому нужно действовать аккуратней. Тихо. Эй, не допрыгнул. А вот теперь допрыгнул, отлично. Стоп, так мы вроде туда ходили, нет? Нет, там есть сундучок, значит мы там не были. Значит, вы просили меня петь побольше, да, когда я катаюсь на лошади. Без проблем, мои дорогие друзья. Все ради вас. Так, знаете, мы здесь сделаем обычную хрень. Должны вот так вот. А вот здесь вот сделаем усиленную. И нифига не получится, да? Мы не можем во время такого броска. Ведь, ну почему же я не могу контролировать? Ага, вот обычный создали. Через обычный надо пролететь. Все было проще, чем я думал. Так, этим вниманием, бла-бла-бла, бла-бла-бла, как обычно. В общем, обычный значок бойца. Ничего сильно сложного тут нету. Ведь, эй, черт, попустил. Это была плохая идея, но попробовать стоило. Вопрос только, как мне туда пере... А, стоп, лоханулся. Простите, ребята. Понял свою ошибку. Мы с такими задачками уже сталкивались. Разворачиваемся на 180 градусов. Пуляем. Вот туда. Здесь она пульнулась. Понятно, пульнуться-то она пульнулась, вот только
Мне это ничего толком не дало. Если только не... Слушайте. А там ничего нету, нет. Я, по крайней мере... Оп! Меня чуть не прищемило. Так, там, видимо, то ли новое оружие, то ли еще что-то полезное. А наверху есть... Наверху есть сюрпризец, который мы, скорее всего, сейчас будем забирать. Ладненько. Давайте просто сбежим вниз по лестнице. Не будем выпендриваться, как говорится. Так, тут надо что-то красненькое притащить, чтобы разблокировать. Стоп, я подумал, что там будет оружие, но, как видите, я ошибался, там не оружие. Так, как бы нам эту хрень активировать? Агась. Можно взаимодействовать с этим и с вот этим. Теперь можно смотреть, куда она нас направляет. Агась. Отличненько. Отличненько. Правда, у нас полная, по-моему, была. Ну, да не имеет особого значения. Так. А здесь можно вот эту хрень притянуть к себе, насколько я помню. Теперь мы, по идее, это можем делать. Сейчас нужно только вспомнить, как менять оружие. Вот, да. Только это плохая идея, правда, была. Так, смотрите-ка. Мы можем, грубо говоря, поменять, подождать. Повернуть и запусти. Тихо. Так, ну идею я, в принципе, понял. Только я не помню, можно ли, кстати, вот этим оружием менять. По-моему, насколько мне не изменяет память, нельзя. Этим можно только зажечь эту гадость. Агась. А замедление времени тут, конечно же, нигде нету, да? А! Ну, кстати говоря, зато можно сделать... Смотрите, как пришла мне тут маленькая идея. Можем пульнуть. И она у нас очутится прям-таки там. Хорошо. Так, и запендюриваем ее туда. Отлично, смотрите, получилось. Агасики, нам нужно наверх. Сюда мы не пройдем. Поэтому мы, кстати, возвращаемся через вот этот же проход. Не парясь, так сказать. Забираемся наверх. Как можно шустрее забираемся, конечно. Тут уже не от меня зависит. Лошадь я здесь, к сожалению... Поняшку, конечно, вызвать не смогу, поэтому придется забираться вручную. Но зато вниз мы спрыгнем довольно-таки быстро и брутально, наверное. Так. Только вот мне нужно поменять оружие на вот это. Ударить в центр. Спрыгнуть вниз. Запустить эту фигню вот сюда. И прыгнуть наверх. Отлично. Что нам дали? Конечно же, это ключик. Ничего новенького нам дать здесь не могли. Осталось только выяснить, зачем нам нужен ключик. Что же, как говорится, этот гадкий ключик нам открывает? Бамс, успел. Чёрт! Чёрт!
Так, она мне сбила, да? Да, она меня, видите, сбила. К сожалению. А вот, мне нужно сейчас, короче, когда он будет подниматься, мне нужно будет бамс вот так вот переместить и прыгнуть, и подняться, и все. Стоп, а почему она не переместила? Она же вроде бы должна, нет? Ага. Вот теперь все работает. Хорошо. Сейчас ждем. Ну, довольно неудобно они здесь сделали, потому что они прокатываются типа вверх. Это все-таки мало доставляет дискомфорт. Нам теперь, видимо, в центральную комнату. Насколько я могу судить. Чтобы нам подняться в центральную комнату, нам надо будет вот сюда вот пройтись как-то. Так, ага, здесь мы поднимались. Все хорошо, все хорошо. Ждем, идем, надеемся, верим. Ха. Я не упал. Я мужик. Мугагашеньки. Так. Здесь нормально. Здесь тоже хорошо. Жим-жим-жим-жим-жим. Должен успеть. Эть. Не в глаз. Предположу, что я пошел немножко неправильным путем, наверное. Но фиг его знает. За мной, кстати, все закрыли. Печалька. Ну ладно, не будем отчаиваться, ведь мы сама война. Хотя пафос не бы звучала сама смерть, но ладно. Как говорится, и война сойдет для этого тела. Кстати, я уже давно не пользовался никаким оружием, типа вот этого на Y. Да, в принципе, оно и не надо, насколько я знаю. Сейчас буду заодно вспоминать, как у меня хорошо или не очень получается разбираться с моими компаньонами. Так. Что-то мне они надавали по шее. И это ни хрена не хорошо. Ну ладно. Мы и так с вами будем справляться. Ну, я надеюсь на это. Ай-яй. Так, я вспоминаю потихонечку, как справляться, но тут все равно проблемы некоторые возникают. Ну что значит, знаете, не поиграть энное время. И все. Ты уже разучился, как правильно кого дамажить, где кому чего ударять и так далее. Но в целом вроде справился. Хотя что-то уж очень они мне много надамажили. Ладненько. Кстати, ответьте мне, ребят, как вам миссии, там, не знаю, минут по 30, потому что я их стал в последнее время такими делать. И почему я не удивлен? Вот знаете, я вообще не удивлен. Так, мне надо как-то с него сбить спесь. Тихо. А, так, как бы мне с него сбить спесь? Мне с него сбить спесь можно через вот эту фигнюшку, которую в него можно лихо швырнуть. Но сейчас подождите. Сначала вы, ребятки. Так, падла отравил меня все-таки. Так. Тихо.
Ладненько, мы немножко восстанавливаем свое здоровье. Так, я забыл, как на него пихать, пинать. Вроде пнул. Так, тихо. Да ладно, прям сразу делают? Хорошо. Воу, что-то меня там прям распинали. Так, ладно, нафиг. Мне неохота проходить это еще раз. Давайте просто его к хренам убьем. Сразу еще одного такого же. Ну и тебя куда-нибудь туда же. Не знаю, кто ты такой, но... Кстати, почему-то у меня не заканчивается... А, вот все. Не, ну ты, конечно, так можешь думать, но я не уверен, что ты прав. Надо было сразу так сделать и не париться. Так, ну, ярость у нас восстанавливается, а вот это у нас не восстанавливается. Также наверху у нас есть опыт, который я, скорее всего, получу. А еще где-то есть... Агасики! А я-то получил карту. Так садить бы ее. Мне кажется, что это, видимо, делается как-то с верхней палубы, скажем так. Ладненько. Открываем дверки. Ой, чувствую, мне сейчас больно будет. Здесь мне опять предлагают играться, видимо, с бомбами. Давайте поставим вот сюда. И посмотрим. Агась. Вон, смотрите, видели, да? Портальчик можно там поставить. Заряжаем. Заряжаем. И шмаляем. Теперь смотрим, что, куда, зачем, почему. И мне нужно взять вот эту фигню. Так. Шмальнуть сюда, а потом туда, да? Ага. Тут вон оно что. Так, я понял свою ошибку. Так, хорошо. Давай, разворачивайся. Сейчас мы посмотрим, куда же она нас приводит. Ага, вон она что. Все ясно, понятно. Так, бамс, они сейчас будут разворачиваться. Значит, мне нужно взять вот эту фигню, прицелиться. И где-то... Где-то вот сейчас она будет туда ни хрена, да? Надеюсь, попал. Честно, я не вижу. Но вроде бы попал, кстати. Да, попал. Отлично. Так, она сейчас в нужную сторону разворачивается или не в нужную? В нужную. Прыжок, тихо. Оп. Куда нас разворачивает? А, фуф. Здесь их три, короче. Я понял. Ага, серьезно? Ну вы прям предсказуемые ребята. А вот вы мне двое совсем не нравитесь. Кто осмелился? Так, тихо. Тихо, Сэм, тебя надо. Тебя вырубить как-то первым. Ля-л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 я. А, точно. Совсем забыл, почему я его не вырубил в тот раз. Эй-эй. Так, куда у меня там вообще это лезвие-то улетело? Не ты, ты. Так, на. Ай. Ладно. Минус главное вот тот.
У меня проблемы были бы в основном с ним. С этим-то у меня вроде проблем особых возникнуть не должно, по идее. Пошел нафиг. Ай-яй. А, он щитом бьет. То есть надо как-то аккуратнее с ним в этом плане, да? Прокакал. Ладно. Да ладно, ваншотом минус две этих. Нифигово он так долбанул. Так, мне это не понравилось определенно. Надеюсь, хотя бы мост разрушен. Надеюсь, что да. Ладно. Так, сюда. Теперь че. Давай, и прыжок сейчас будет. Прыжок веры. Ну, на всякий случай, а то вдруг не допрыгнул бы. Так. Я вижу здоровье вроде бы и... Ярость. Ярость, мои друзья. Что ж мне надо сейчас? Ух. Мне надо сейчас не слиться. Так. Во-первых, минусим тебя. Попутно сосредоточиваемся на тебе. Потому что ты более опасный противник. Блин. Таки удалось меня кацануть. Это хреново. Переключаемся на второго противника и снова даем ему по шапке. И опять сосредотачиваемся на этом. Тихо. Так. Не трогай меня. Просто не смей трогать меня. Упс. Тихо. В принципе, когда они доходят вот до вот этой стадии, их здесь более или менее просто убить. Отлично. Так, что меня ждет дальше? Я отделю твою воду костей. Давайте я не буду все-таки спешить. Ну, то есть вот то, что я сейчас делаю, лучше не делать. Зашибись. Конечно, такое количество здоровья мне оставили, что просто шисец. Так, давайте с ребятами разберемся сначала. Я думаю, они будут более проблематичные. Новые? Вы серьезно, ребят? Ау. Так, надо не забывать периодически использовать... добивание, потому что в добивании нас никто не может ранить, когда мы используем добивание. Ай! Твою налево-то, а! Почему у меня так создается такое специфическое ощущение, что они просто нам... не дают просто так его добить. Так. Серьезно. Да вы, вашу мать, издеваетесь. Ой, их еще и два. Зашибись просто. Давайте тогда уж так. Ну, сейчас посмотрим, как вы впечатлитесь, ребята.
Надеюсь, это вас действительно впечатлит. Твоя душа моя. Раз. Все. Пожалуйста. Спасибо. Это было жестоко. Серьезно, я был не готов малость к этому. Открывайся ты уже. О. Ха, опыт. Правда, за мной опять заперли дверь, блин, но... Ничего страшного. Посмотрим, что у нас здесь ждет. Большая штука, которую... Понятно, короче, типа трубы. Так, хорошо, допустим, здесь что-то закрытое, и здесь что-то под водой. А как у нас там нырять? Нырять на B. Отлично, подниматься на прыжок. В принципе, это относительно логично. Осталось только понять, где, что, чего и почему, и вообще, что делает вон тот рычаг. Ну, то есть самое простое, собственно говоря. Надеюсь, он не активирует выход кучи монстров. А, гасики. Вон оно, значит, что. Он активирует передвижение верхних платформ. Хорошо. Так. Мы ставим сюда. И сюда. Ну, иного варианта я пока что... А, вижу. О, нифига себе, прикольно, ребят, смотрите. Блин, мне понравилось. Это просто офигенно. Это реально, это просто офигенно. Серьезно, мне очень понравилось. Логичная работа с порталами. С одной стороны, вроде бы фигня, а с другой и не очень даже фигня. Очень даже прикольно. Осталось только понять, как уже оттуда нам переместиться дальше. Потому что... Мне пока этого непонятно. А, нет, стоп, я понял, кажись. Я, кажись, понял, простите. Нужно еще раз провернуть эту хрень. Ведь да, ну прав, я прав, ну... Ты дыщ. И ничего не произошло, да? Так. А, тьфу ты, ну ты, ё-моё. Как я этого не заметил? Сейчас мы сделаем с вами еще вот сюда вот. А, тут уже есть даже вообще. Офигенно. И поднимаемся на лифте или что это? Видимо, это все-таки лифт. Да. Ну, по крайней мере, это было быстрее, чем с паучихой. Там я тупил намного дольше. В любом случае, ребят, жду от вас побольше комментариев, побольше каких-либо оценок и побольше говорения о сюжете в том плане, что как вам нравится он или нет. Но, пожалуйста, не давайте спойлеров в комментарии. Я не думаю, что это люди любят, да и плюс. Я еще не факт, что прошел и так далее. Поэтому спойлеры — это дело плохое. Итак, мы пришли к последнему другу. И я думаю, что сразимся мы уже с ним в следующей серии.